Здравствуйте, вас приветствует канал Техобзор. Сегодня на обзоре у нас интересная модель колонки бренда HopeStar. Это китайский бренд, интересен тем, что за довольно вменяемую цену вы получаете довольно мощную, в принципе, колонку. Вот у меня есть такая модель H20, она, конечно, более мощная, чем эта, но это тоже очень интересная модель за свою цену. Качественный довольно звук и достаточно хороший запас по мощности. Удивила меня своей громкостью звучания эта колонка. HopeStar умеет удивлять, получается так. Значит, модель называется H6+. Поставляется она вот в такой вот коробочке. В комплекте, как обычно, два кабеля, инструкция на двух языках. Заявленная мощность колонки 2 по 5 Вт. Емкость батареи 2000 мА. Сама колонка выполнена в корпусе из софт-тач пластика. Вверху имеется три клавиши. Средняя клавиша многофункциональная. Она управляет громкостью и воспроизведением. На задней панели у нас находится выключатель питания, гнездо зарядки, гнездо для ТФ и USB карт и гнездо линейного входа. Решетка металлическая вот здесь на динамиках спереди. И такой довольно красиво сделанный бренд. Именно название бренда в красивом исполнении сбоку внизу. Сейчас мы включим, послушаем ее звучание. Интересно, качественное звучание у этой колоночки. В принципе, играет на уровне более дорогих даже колонок она. В общем, я доволен этой колонкой. Кого заинтересовала данная колоночка и где ее купить, можно будет указано под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых интересных обзоров. До новых встреч!